Всем привет, ребят! Опять очередная посылочка из Китая. Идет такая упаковочка. Оказалось, пришла за 14 дней, все быстренько. И вскрываем ее, чтобы вы увидели, чтобы вдруг кому-то интересно будет. Это чехлы к айфону идут. К 6, к 7, по идее, я заказывал. И в 5. Что думаю, вдруг кому-то будет интересно и такое диво техники. Так, я хочу его открыть. Нормально было. Есть. Чехлы из силикона идут. Посмотрите, чтобы вы увидели. Раз. Такие силиконовые чехол. Что для 6 идет, я так понял. Это. Сюда. Есть. Черный. Темно-синий пришел. Что пишется 7, кстати. iPhone 6, что пишется. Я так думаю, увидите. Сам чехол. Есть. А чем отличается 6 и 7? Мне же интересно. Ага, что видите, по камере. Все-таки отличается чуть-чуть. Идем дальше. Какие еще у нас есть? Это пишется к 6. Темно-синий есть такой. Это к 6 идет. В таком цвете. Что видите, в чем плюс? Ну что, и заглушками идет. Так, сюда покажу. Цвет, конечно, интересный, но и стоимость их тоже, в принципе, невысокая. Опять же таки, 6 iPhone. И, если не ошибаюсь, должны быть 6, типа так, 6+. Но цвет, конечно, страшный, и на картинке казалось, что поинтереснее будет. И такой цвет, ребят. Сюда, что думаю, вы увидите. Так уж есть специальное крепление, чтоб шнурка цеплять. Черный цвет опять идет. Есть. И такой опять iPhone 6 Plus. Есть. Ну, думаю, все, что все увидели. Что, в принципе, такую стоимость я их рекомендую. Что вдруг кому-то интересно, будет ссылочка внизу в описании будет. Вот и все. Всем спасибо, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.